Добрый день, с вами снова я, Марина Мурок. Не помню, какое число. Короче, прошла неделя, снова на даче. По-моему, сегодня 26 октября, точно, 26 октября. У меня новое кольцо, черный агат. И такие же серьги. Это на Вайлдберрис я купила, короче, такой комплект. Всего лишь 1000 с небольшим рублей. На самом деле, при ближайшем рассмотрении камень такими как бы полосками. Чуть плохо фокусируется. Камень такими тонкими-тонкими полосками. Не знаю, то ли агат, то ли это оникс. Ну, скорее всего, агат. Я прочитала, что оникс это разновидность агата. Такие же серьги, короче. Но это не серебро, какой-то бижутерный сплав. Но мне нравится, выглядит эффектно. Я что-то в последнее время прям очень люблю. Но тема не об этом сейчас. На даче похолодало уже. Скоро будет Хэллоуин. День всех святых. Уже вода холодная. Уже сегодня снег лежал на обочине дороги. То есть, собственно, все уже. Лето прошло окончательно, как бы можно сказать. И тема окон. Я вот хотела раскрыть для вас тему окон. В прошлый раз я рассказывал, что дядя Руслан заказал наконец-то окна. Заказал он хорошие окна из европейского профиля века. Двухкамерные, короче, толщина там стеклопакета, ну, по-моему, рама там 70, в общем, короче говоря, система Softline 70 окна, вот, двухкамерный стеклопакет, открывание всех створок, в том числе сетки москитные тоже к ним, и еще он заказал решетку, но решетку он заказывал, если окна, это он заказывал в эко-окнах, то решетку он заказывал в другой фирме, демонтаж он делал сам. А монтаж делали, окон делали ребята из Эко-окон, спасибо им. А решетку тоже там была, ну, сварили и смонтировали в другой фирме. В общем, вот такие теперь окна. Вот здесь такое окно с решеткой, трехстворчатое, все створки открываются. Вот такое окошечко. А там окна закрыты, собственно, ставнями. Тут очень много танцует комариков. Это старые решетки сброшены. И частично лежат старые окна, которые он будет разбирать. Вот. Конечно, я жду, что будет скоро похолодание. Выпадет снег. Но почему-то все еще в преддверии похолодания. Какие-то бурные прям танцы комаров. Какие-то безумные пляски, короче говоря. Смотрите, сколько насекомых. Просто рой. Это рой насекомых. Не знаю, птицы могут обожраться просто к зиме, потому что это целая куча. Сегодня не очень холодно, я так подозреваю, будет, наверное, все-таки небольшое потепление, судя по тому, что насекомые... Видите, какую устроили пляску, блин. Капец, обычно они так над водой танцуют. Такое впечатление, что тут везде вода под домом, наверное. Потому что это вообще, смотрите... Их просто туча, я не знаю, передают этот смартфон или нет, видите их мелькание. Это как такая сплошная пелена, просто какая-то вуаль из пляшущих насекомых. Это жесть вообще, смотрите, целое облако их. Их вот надо засосать строительным пылесосом, потому что их дофига. Комарики, блин. Не знаю, птицам нужно... как-то заняться этими насекомыми. В общем, с вами Марина Мурок. Я пойду сейчас в дом и покажу вам, как дома выглядят окна. Вот. Тут вот старые окна, вот такие вот, форточка еще, вот как раньше были форточки, такие вот няшные. Ну, форточки, кстати, я люблю. Их удобно оставлять на проветривание. Вот. И вот это вот уже новое окно, чистенькое такое, беленькое еще. Еще и мухами не засиженная. Вот такое вот окошечко на даче. Естественно, на даче стало значительно теплее, и получилась возможность ее отапливать. А сейчас я пойду в дом и буду снимать там. Так, 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 я снимаю. Короче, это вид изнутри, окошечко такое. Вот, вот так оно выглядит. Очень клево, без подоконников. Как появились окна, появилась, собственно, возможность. Печь дядя Руслан тоже починил. Появилась возможность топить печь. И там вот он и
Сегодня протопил, там одни угли остались, но зато очень клёво теплый воздух оттуда идет. Вот, и тут стало значительно теплее, хоть можно руки погреть и вообще как бы обогреться. Вот такие вот тут угольки догорают, очень клёво. Теперь можно прогреваться. Так, кошка сразу черная сюда прибежала. Ну и, собственно, вот тут вот продолжение окон. Тут два окна. Такие вот они еще заклеены. Все открываются. Одна створка поворотная. Заклеены, запенены. Вот. Подоконники Руслан решил сам делать. Деревянные. Потому что они лучше будут смотреться. Так что тут такие два окошка. Сразу стало теплее. Перестало наконец-то дуть. Вот. Тут немножко печку потопили. И уже стало как-то так, ну, потеплее. Во всяком случае, уже далеко не так, как в прошлом году, когда снег не таял на полу. В общем, такие вот тут два окна. Станки. Сейчас еще в другой комнате сейчас подсниму. Так. Велик отдыхает. Инструменты. Ботинки. И вот тут, короче, еще одно окно, но оно со ставней. В общем, вот это вот такая комната, она самая холодная, самая западная. Вот тут, конечно, прохладно. Тут очень хорошо летом спасаться от жары. Летом тут, конечно, клево, а сейчас тут как бы так очень-очень напрохладненько. Вот, и вот тут тоже еще одно имеется окошечко. В общем, такие вот дела. Так что первый этаж фактически готов к зиме. Тут можно его уже протапливать. Потому что раньше его невозможно было протопить, так как все, что там отапливалось, все это выходило тут же в связи с тем, что были разбиты окна. Тут вообще окно было разбито напрочь. В соседней комнате окна были целые, но они плохо закрывались. Ну, потому что рассохлись уже. То сейчас все, сейчас уже можно их топить. Это арбалет тут лежит. Вот. Печь вот эта вот ракета. Ну, ее, естественно, это уличная печь. Вот. Ну, вот есть и домашняя. В общем, все. Вот так, такие вот дела. Теперь с окнами, с печкой. Сейчас еще заключение сниму. Тут вот можно теперь хотя бы от нее греться. Вот. Хоть руки можно погреть. Такие угольки. В общем, можно делать кофе на углях, надо только турку приобрести. В общем, спасибо всем, кто со мной оставался, смотрел все это. В общем, такая эпопея с дачей почти закончилась. Осталось самое дорогое, это воду как-то организовать. И все, дом, можно сказать, уже можно назвать жилым. Уже тут дрова можно заказывать. В общем, такие вот дела, и он стал такой уютненький. В общем, спасибо всем, кто смотрел. С вами была Марина Морлок. Всем я желаю теплой зимы. В общем, я традиционно мерзну. В общем, всем счастливо. Не болейте. Оставайтесь со мной. Ставьте лайки, дизлайки. Всем я желаю всего самого лучшего. Поздравляю с наступающим Хэллоуином. Пишите, будете ли вы как-то это отмечать. Если будете, то как. Или как там, может, если это поздно выйдет, как вы отметили. В общем, всех вас целую, обнимаю. Всем пока.